Сегодня у нас 12 июля 2016 года. Вот лагерь «Стан» наш православный идет в храм. Сегодня у нас день Петра и Павла. Праздник прошел. Пост перед этим. Так, потеряевки у нас. Вот. Сейчас они идут. Вот коровочки утром выгоняют. Пастись-то. Вот наш весь лагерь «Стан» в этом году. Вот Василиса вышла, коровок своих. Доброе утро! Вот он стоит. Ну, вот он туда играется. Доброе утро, Витя Николаевич! Коровки, хорошие коровки. Это идем в храм Божий. Вон батюшкин березки тут, липы. Огурчики. Да. На всех разделили, там запах один остался. Ладно. Ничего, вот нет огурцов у вас еще? Нету. Ну я не смотрел вот именно вчера, там не сегодня. Такие полметровые. Нет, дело в том, что я последний раз смотрел, там всего лишь зависть была желтая и даже еще цветочки. Зависть. Да, зависть. Я удивился. В начале июля появились. То есть сорт такой ранний. Помидорчиков еще нету пока. Сегодня мы пораньше, не проспали. Старались. Доброе утро. Доброе утро. Так, двери, двери, закрывайте вот эти передние. Закройте их. Ты работаешь?